Семена смеси ранецветущих растений, рыноцветащих растений СМС, расцветают ранним летом, украшая территорию ярким цветением. Идеальное время посадки – первые числа мая. Первые всходы появляются через 10-20 дней после посадки, бутоны – через 50 дней. Красные, розовые, желтые, оранжевые цветоносы станут изюминкой клумбы. Расцветка цветов разнообразна, как и высота, от 50 до 60 см. Предпочтительно высеивать семена на солнечных участках или в полутени. Микс гармонично подобран. Цветы дополняют друг друга, формируя красивую садовую группу. Смесь ранецветущих растений – это однолетнее растение высотой 50-60 см. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок. Смесь прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания смеси прекрасно устроит открытый грунт. Расцветает смесь ранецветущих растений в месяц июль-август. Цветок окрашен в разнообразная окраска цвет. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.